Лысик сегодня буду снимать обзор на игру Аватария. Вот, заходит, только у меня там браузер старинный, у меня Опера. У меня там, значит, вот как раз моя страница ВК. Не знаю, если не знали. Аватария мир. Собираются мечты, вот. Все говорят, что это фигня, да. У меня это не фигня. Так вы знаете, у меня нет оператора. Не хочу деньги тратить. Сам снимаю. И мое лицо почему-то видно. Знаю. Хорошую камеру надо покупать. Так, какая-то что девка. Подвинуть. О. Тварь дня. Не нужно. Кажется, у меня уже 8-й уровень. Кажется, 8-й уровень у меня. Покажу сейчас вам свою квартиру. Вот. Наверное, у меня без экрана. Нажимаю на вот эту кнопку. Вот. Разрез. Вот Smart TV. Путешествия, например. Вот. Вот такие у меня комнаты. А тут... У меня один приятель был вот такой, не помню, как его зовут. Я не просил, но он у меня на стене тут нарисовал граффити. Теперь не знаю, как себе придется вот этим прикрыл. Вот. Я 8-й уровень показать. О, видите, 8 мелкая, мелкая. Цифра 8, да, на камере. Значит, 535 энергии, 2211 серебра и 1 золото. И все. Одно золото. Здание. Конечно, что я не хочу деньги тратить. Я же этих 2000 целые 2 дня уже. На этом, на удачу вот этой, на вот этой, на этой, вот этой. Заработал. Вот, значит, вот эта первая комната. Вот, приятельку сейчас покажу. Приятель, какая называется, вот. Вот такая. Мне доступна радиостанция, вон ноутбук вот такой. Такой же, как у меня, только у меня такой. Темно-розовый. Ничего нет. Чуть. О. Это вот. Не играю почему-то, не знаю. Да. Вот вот такая штучка. Да и долго будем что-то крутить. Меня. Елочка, это у меня елка с Нового года в коже. 20 декабря она у меня. Или позже, не помню. О, это шкафчик, тумбочка. Окно, окно. О, кроватка. И покажу другую комнату. Вот мои все комнаты. Гости, никого нет. И механическую комнату. Не механическую, а у меня это туалет. О, не таз, это механическая, переставил все так. Должно быть, акула. Комфорт 6447. Истина. Вот, попробуем куда-нибудь какие-нибудь выйти. У меня машины нет, я вот эти, ну и не могу. Конечно, недоступно. Но игра такая крутая. Так кто-то говорит, там все аватары страшные, но и ничего, сейчас покажу все. Внешность. Не хочу, вот. Если вы... Вот что такое. Прически, о. Нет, для меня это не, для меня это не, для меня это не. Нет. Нет. Да, это бы, это было как-то... Крайда. Мощи слышу. Я слышу, например, мощи там или их они смотрят. А чего такая погода у нас в Мидгарье? То солнце, то дождь, то солнце, то дождь или... То вот там в подъезде пол крыши обрушилась. Не знаю, еще чего не творится. Пол крыши того подъезда обрушилась. Ну, не знаю, какую прическу у меня приятели не узнают. Я за приятели не узнают, я и так.
Давайте. И моя прическа. Там моя прическа. Такая, значит, какая-то седая одна. Другой свет нормально. Еще. Тут мы и начали Саша, это у вас 44 уровень. Вот Злата, это все мои друзья. Вот переодеться у него вот это все. Значит, коллекции у меня нет. Это вверх рубашки, куртки, низ, штаны, сорты. Плавки одни, аксессуары, во-во-во. Это длинные, почти длинные. Клубная, такая, специальная, такая, такая. Купальная, такая, нижнее белье. Такая купальная, сохранить. Ну, не такую, почему-то. Вот фоткать, вестник такая газета. Канун Кубан Варвар. Дойти. Не это. Ясно, вестник. Давайте, например, выйдем, наверное, в кафе. Нет. Там у нас забросают. Нет. На пляс можно и не. На пляс переодеваться надо. Таким сейчас переодим. Не то. Так, что у нас магазины? Не буду пока, сами, наверное, знать, мальчишкой, я ничего там не могу. Вот, типа, только онлайн. Никого. Тоже вот этот поменял. А, вот это, Никити 4. Ты с ним нарисовал. Вот, лира, нафига мне, приятели. Ну, девка у меня лучше, чем вообще. Что вообще делать? Приятели. Настя. Друзья, где не онлайн? Давайте, когда выйдем места. Нет, фотостудия не. Сквер, можно сквер, да. О, что с экраном внизу, а нет. Показалось, что там показалось. А тут что-то такое было. Так, чё? Не, я не буду, я и так уже делаю дофига. Золото, не нужно мне золото, я сам кольцо фортуны. Ну, кольцо фортуны. Да, давай, подушками.